Я долго не мог выбрать, чем мне лететь. Лететь с рюкзаком Gucci или с рюкзаком Land Beers. Они оба мои любимчики. Но с этим я уже хожу порядочно по времени, и он побольше. А с этим я давно не ходил, но он поменьше. Короче, выбор, естественно, в пользу Gucci. Итак, что я беру с собой в полет, в самолет? Типа, что в моей сумочке и рюкзаке? В боковой кармашек обязательно нашатырь. Без него я никуда. Рублеточки. Кошелечек со всеми карточками. Немножко налички оставил. Еле влезло, блин. Еще таблетница, начиная от лапирамиды, заканчивая ножкой. Мини-косметишечка. Зарядочки. Обязательно паспортау. Повербенк. И, пожалуй, все. С этого малыша явно хватит, а то ручки оторвутся. Кстати, следить за моими приключениями можете в моем телеграм-канале. Ссылочку, чтобы долго не искали, закреплю в комментариях. Там скоро будут красивые пейзажики с Роза Хутор. А также мое ДР.